И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Никита, и сегодня я буду делать обзор на мою доделанную ВАЗ-2107. Вот такая вот она. Все мои сюжеты по твоим картинкам, девочка разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина. Все мои сюжеты по твоим картинкам, девочка разноцветная витаминка. Но вот такую вот семерку я сделал. То, что изменилось от прошлой семерки, грубо говоря, это новый обвес, интеркулер вот спереди. Так, губа, ну, короче, весь обвес новый. Глушитель тоже я переделывал. По салону пока все так же. На самом деле, тут работы еще много, но я вам показываю такой промежуточный результат. Большая часть работы уже сделана. То есть она покрашена, обвесы все сделаны. Если вы хотите сделать урок, чтобы я сделал урок, как сделать интеркулер, то пишите в комментариях, хочу урок. Хочу урок просто. Меня еще писали в комментариях, как сделать урок, как доработать фары. Я урока делать, скорее всего, не буду, я вам просто могу сейчас рассказать. Вы снимаете фары, то есть с обратной стороны подковыриваете. У меня можно это сделать вот так вот. И красите внутри вам, как вам надо. То есть, например, поворотники оранжевым цветом. Я вот только дорабатываю поворотники, так я больше с фарами ничего не делаю. Но в некоторых, может быть, черным там это немного, в некоторых местах тонирую, глазки делаю. Так, в основном фары я дорабатываю только поворотники. На семерке они и так доработаны, на семерке я фары дорабатывал только задние. Прокрашивал вот поворотник и задний ход. Вот такая вот семерка, короче, у меня получилась. Я заказал разварки на нее с сайта Unomag. Я думаю, через 3-4 придет уже она мне, я сделаю распаковочку. И они будут стоять на семерке. А эти диски будут стоять уже, я поставлю либо на четверку, вот, напишите в комментариях, какие диски поставить, либо на четверку, либо на шестерку. Ну, скорее всего, на четверку поставлю все-таки. Потому что на четверке вот эти не смотрятся, стоковые штампы. А штампы я тогда уже поставлю на шестерку. Либо на приору можно будет их снять краску с них и поставить их на приору. Салон семерка остался та же. А, обвес я делал из карточек пластиковых, кредитных. В общем, вырезал. Могу сделать, в принципе, урок, мне несложно. Только напишите в комментариях, чтобы я сделал урок по обвесу. Я сделаю. Интеркулер вот такой вот. Сделал я его из двух пластиковых карточек. Ой, из одной пластиковой карточки два раза наклеил на одну, чтобы толщину сделать. Это проволока. А вот это у меня шла с моделью Nissan Skyline, которой я тоже делал вам обзор. Там такая сеточка была на бампер. В общем, видео подошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!